благосостояние граждан непрерывно растет. Такой вывод из происшествия в Ленинском районе сделали очевидцы и даже сами пострадавшие. В пылу страстей супругов на улицу вылетел плазменный телевизор и разрушил козырек, расположенного внизу магазина. Пришли с утра на работу, увидели, что кто-то скинул плазму, из окошка выкинул телевизор, который, падая, разбил нашу рекламную вывеску. Плазма не дешевая, разбита в дребезги. Откуда-то с этих окон бабахнул, вероятнее всего, четвертый этаж, потому что фор это открывается. Чуть не на мою машину выкинул, я приехал, она уже валялась. Ищите где-то или выше, или ниже. Вроде все тихо, спокойно. Было для нас неожиданностью. Нет, не буду разговаривать. Растет благосостояние народа. Видать, семейная ссора. Посуда кончилась, перешли на плазму. Ну, видимо, люди стали жить лучше. Достаток их увеличился. И помимо тарелок можно уже кидать не только телевизор, наверное. Уже скоро чего-то другое будет выбрасывать, более дорогостоящее. Может, просто плазма, как говорится, не в том плане, что она дорогая вещь, а в том, что, может быть, они ее делили, именно эту плазму вместе покупали. Световой короб с установкой совсем выходит где-то на 20 тысяч рублей. Надо, наверное, выставить им счет или как-то по-другому решить этот вопрос, чтобы они оплатили. Из-за семейных ссор не должны страдать другие люди.